Все начинается еще перед Домом культуры. Пока одни разучивают танцевальные движения, другие вместе с веселыми пиратами соревнуются в перетягивании каната. Внутри Дома культуры разместились еще 4 площадки. Здесь дети учатся создавать поделки из бумаги, могут вживую понаблюдать за химическими реакциями и раскрасить пряник глазурью. Главное событие праздника развернулось на сцене. Полностью детское представление. Мы всегда пытаемся каждый год что-то новое вносить. И одно из ярких таких вот идей было, почему бы детям, для детей не сделать именно концерт, чтобы они сами показали, что они могут, сами для себя. Потому что разные направления, и песни, и выступления творческие. Вы видите, сколько здесь именно маленьких наших звездочек. Также в рамках торжества наградили школьников Брянска, победителей олимпиад, соревнований и конкурсов. Игорь Умаров, Игорь Винничук, события Брянск.